Сегодня у нас 17 сентября 2014 года. Это поселок Потеряевка. Вот мы здесь с братьями, с одной сестрой картошку копаем. Вот у нас сестра сидит. Уже устала. А Виктор Николаевич разминается. Вот Игнатик наш работает, картошку собирает. Он уже успел выкопать и сейчас собирает после нас. А мы выбираем только. Ну, сейчас наберу. Буду высыпать. И здесь сыровато, потому что большие это поля рядом. Ну и вот один, были бы кто-то тут мощенький. А так что вот, беру ведро. Опа. Вот так. Картошка грязная. Ну, грязная, ее можно будет посушить. Все. Так, посмотрю сейчас, сколько время. Потому что у нас в среду молебный канон благодарственный. Ну, 18 минут, это считай 20. В Библии написано, когда проверяли город, один не пришел, ни одного представителя не было на войну, мироз. И ангел говорит, прокляните, прокляните мироз. Отсюда сделаем вывод. Когда идет богослужение от семьи, от дома, ну, в деревне это дом, это квартира, хотя бы один человек должен быть в храме. Сегодня у нас 17 сентября 2014 года. Мы всегда после престольного праздника начинаем убирать. Никого нынче нету. Татьяна Капустина что-то упала, ребро сломала. Поди на стул полезла, говорил, на стуле не лазьте. После 60 лет забудьте про стулья. Ногами не лазьте. Станет, балансирует, но упала, теперь что? Сейчас пойду скорее сапоги приводить в порядок. Вот видишь, какой я? Сапоги-то какие. Это сапоги у меня выходные. А почему в выходных сапогах? А тех нету, не захватил. Но отскоблю от грязи, сейчас в храме пойду, помолюсь. Это я, значит, к 6 закончим, а в 7 у нас сегодня Сергей Козлов назначил встречу по скайпу. Вот видишь, Люба, она как, я и матрасик у меня шил под ней. Матрасик непростой, а мешковина какая, и дальше резина вдвое. Ее не промачивать, ничего не платьишко, чистая. Она ползет, сядет, покажи, как ты делала. Посмотри, вот как она. Так, только стряхни эту грязь. Вот видишь как. Так, подвинется вперед. Гляди. Потихоньку. Вот так. Видишь как? Как один дрова колол, другой идет и говорит, а что ты сидя колешь? Он говорит, я пробовал лежа, неудобно. И она сидит, выбирает. У нас бабушка так делала. Ничего-то особенного нет. Главное, что не сидит. А смерть любит лежащих. Она заглянет в смерть и глядит, кто лежит. Вот начинает давление мерить, температуру. Никогда этого не было в России. Никто про давление не знал. Давление одно, только переел живот. Уснул, и на животе слон стоит. А то давление-то маленько отодвинь от себя так, с давлением чашку. Не надо, хватит и мне. Ложки две первого и одну ложку второго. Вот и все. А сегодня тем более среда. А то полпуда горошницы сидят, еще ты не знаешь, как пузырь на воздух поднимает. Давай, газосварку хоть ставь. Так, ребята, я пошел. С Богом. Это вот копал. Здесь на одной лунке он сколько. Сегодня я инвалид, калека. Ну как, вот только копну, картошка уже на вилах у меня сидит. Если подальше, не выворачивается. Вот такие это поля. Я не знаю, сколько у них метров. Ну, метров, наверное, 35-40, да? Да нет, поменьше. Побольше, 50. Вот. И солнце-то вон где закрывает. Я Виктору говорю, давай приспособься. Тут не больше, как это сорная тополя нарослита. Их никто не садил. Штук 50. Спалить их, свалить. И солнышко будет падать. А то мы хотим уже пол огорода забросить. Ну прям сыро. Пахать даже нельзя. Но зато, когда засуха, тут хорошая картошка. А нынче какой-то крот. Ну каждую картошку проверяй. Грызут. Ну почему? И говорит, все дышащее да хвалит Господа. А говорит, почему хвалит? Дышащая вся тварь хвалит Бога за человека, что сотворил. Около него можно питаться мышам, крысам, воробьям, сорокам, воронам.
Человека-то не было, где бы они питались-то? И они славят Бога, и поэтому колорадский жук очень рад, что человек сотворен. Он, видишь, какой, как российский георгиевский флаг украшенный-то, красивый такой. На него приятно посмотреть, пузатенького. Вот так мы работаем. Приедешь туда, картошку привезешь. Ну, не продаем. Сразу узнаем, глухонемым надо, не надо. В прошлом году я узнал, двое есть, которым надо. Надо маленько. А кого я не сажал, не тяпал? Главное, это Володя. Вот он. Покажи его. Мы пришли на готовое. Мы только вот убираем. Здесь половина огорода вот осталась. Это вот заросшая. Если Бог благословит, завтра, уж послезавтра даже кончить. Так, благословите, братья, пошел в храм. С Богом. С Богом. Бог вам помощь. Помолитесь там за нас. Все. Вот это вот не трогать мешок. Это у меня я сделал мешок такой, а внутри мешок, ну, такой тряпочный. И за этот край вот половинку перегнул его и тащу. И он мне, как он любит. Я любит свой матрасик отдал. Спасибо, что... Вот так. А то я тут неблагодарный. А потом в кучу собьете. Ох.